Всем привет, с вами Илья. Сегодня 20 августа, день, когда я снимаю это видео. Я думал, что же мне собрать, какую самоделку сделать. И я вспомнил про комментарии к одному из предыдущих видео. Вроде бы под видео альтернатива набора тропического багги. Можете посмотреть у меня на канале, ссылка вот здесь вот вылетает. Комментарий от подписчика моего Noisy Boy, где он предложил идею собрать робота Джея из 4 сезона Ниндзяго. Спасибо за идею тебе, Noisy Boy. И в 2015 году этот робот появился в наборах, в мультсериале. В первом полугодии набор выходил. Там была функция открывания, раскрытия лезвий, то есть вверх поднимались. И сейчас вы видите еще и как в мультсериале он выглядит. И я собрал самоделку, летающий робот Джея. Вот он. Когда собирал его, ориентировался на версию из мультсериала. Практически все детали учел. У него вот такие вот колени. Такие механические такие. Всякие тут как механизмы. Необычно сделано. Стопа такая вот. Ступни. Вот. Здесь сидит Джей. Здесь его символика. Наплечники. Кстати, подвижные. Руки. В одной руке шутеры, а в другой просто рука. Вот кабина. Два мяча тут. Джея можно вот так вот достать. Такая вот тут кабина. Пульт управления. И вот сюда вот так вот Джей становится. В мультсериале Джей сломал ногу, так повредил ее, и поэтому на испытании одном, на последнем испытании, он нашел этого робота в джунглях, когда они не искали. И он его использовал в борьбе с Клаусом. Шутеры, конечно же, стреляют вот так вот, таким вот образом, и рука здесь правая, да, бывает отваливается, потому что я просто вот так вот сделал, пальцы двигаются вот так вот, и большой палец тоже, и он еще вот так вот двигается, то есть больше подвижности, это здорово. Я считаю. В наборе была функция раскрывания крыльев. И я ее тоже сделал. Сам. Я, кстати, даже на изображение набора не смотрел. И в инструкции не смотрел. Полностью по мультсериалу собирал. Вот. Крылья опущены. Достаточно сделать одно движение, и они поднимаются. Вот давайте посмотрим. Функционал, механизм. Вот они просто опущены. Это просто две шестеренки, которые мы ставим, ну, два пальца удобнее. Вот так вот, два пальца. И просто вниз, вот так вот. Их к середине и вниз. И крылья одновременно поднимаются. Можно их тут вращать как-нибудь, но это не обязательно, это не нужно. Вот.
То есть туда-сюда они могут складываться, раскладываться. Такая вот функция. Спина такая. Здесь закрыто достаточно. Джей защищен в кабине. Даже смотрите, у меня есть фигурка мастера Чена из 4 сезона. И я сделал такую маленькую самоделку. Меч из того набора. С нефритовым клинком. Да, у меня нет, это не деталь именно нефритового клинка, но похожая. Просто такой прозрачный клинок. И вот. Самоделка такая. И можно сказать, целую экспозицию можно сделать. Я вот сделал такую экспозицию с этим роботом. Вот, круто. Можно роботу в руки дать. Вот так вот. Ну, либо Джею. Так, кабина открывается. И вот Джей с нефритовым клинком. Прям как из набора. Поставлю Чена где-нибудь там на фоне. Вот эти мечи, которые у него на кабине, можно использовать как оружие. Дать в руки Джею. Снять при желании. Я старался максимально похожим сделать робот, как в мультсериале. Максимально похожим, насколько это возможно, насколько это я смог передать, сделать. И я думаю, у меня получилось хорошо. Действительно, если сравнивать с мультсериалом, можно сказать, что точь-в-точь похоже. Практически, почти. Точь-в-точь. Я доволен. Классный робот получился. Мне нравится. Устойчивый. Ступни широкие. Площадь ступней большая. Ноги мощные. Вот, детализировал хорошо. Руки. Вот специально я сделал вот такие вот крепления. Ну, суставы. Суставы я сюда поставил, поскольку вы могли заметить в изображениях, что там вот именно вот, как вот такие вот суставы, похожие элементы, детали, именно такие открытые. Я вот так же сделал. Вот здесь вот все практически так же. В точности спина там такая же, темная такая, темно-серый, там серый, черный. Цвета, вот так вот, крылья также сделал. Вот мне прям очень нравится. У него хорошая подвижность. Очень хорошая подвижность. Туда-сюда. Вот. Локти сгибаются. Наплечники двигаются. Можно регулировать как угодно. Крылья. Это здорово. Функцию с крыльями сделал. Шутеры. Мне нравится. Напишите в комментариях, как вам моя самоделка. Можете также в комментариях написать, какую мне самоделку собрать. Напишите, возможно, я вашу идею возьму и соберу какую-нибудь самоделку. Еще. Давайте еще раз со всех сторон рассмотрим. Круто. Мне аж реально приятно. Приятно. Мне нравится. Моя самоделка. Круто. Очень похоже.
Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Поставьте лайк, видите? Джей показывает, что нужно поставить лайк. Ставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!